Лучшие специалисты хореографического искусства страны дали в Якутске мастер-классы по балету. В столице состоялся всероссийский круглый стол по обсуждению результатов освоения интегрированной образовательной программы в области искусства. В обсуждении приняли участие педагоги классического танца из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Бурятии и Башкирии. В рамках совещания специалисты провели практические занятия для молодых артистов училища по классическому, дуэтному танцу и современной хореографии. Специфика обучения меняется, но балет все равно остается популярным вне времени, говорят специалисты. В Якутском хореографическом училище обучаются сегодня более 100 человек из разных уголков республики. Гости отметили, что профессиональный уровень преподавателей и студентов в республике с каждым годом повышается. Якутск, наверное, по праву считается одной из такой среди средних учебных заведений, наших специальных учебных заведений, одной из такой интересной базы по научному поиску, что ли, по научным разработкам всех наших текущих проблем. В свое время можно сказать, что это как, ну не филиал, но как детище нашей новосибирской школы, потому что у основания стояли Наталья Семеновна Посельская, это выпускница нашей новосибирской школы. Многие педагоги сейчас это выпускники нашей новосибирской школы. Но уже есть, что радует, что уже и свои выпускники, свои якутской школы приходят сюда как педагоги.